Всем-всем большой привет! И это второе видео на сегодня. Если честно, я вообще далеко не бьюти-блогер, и раньше у меня были попытки снять такие классные видосики. Но судя по моему внешнему виду, по моему так себе макияжу и по моему стрёмному пучку, вы должны понимать, что я далеко не визажист, не стилист и так далее, и никогда на это не претендовала. Но в связи с тем, что у нас Новый год, я безумно рада тому, что очень многие фирмы, не только косметические, выпускают адвент-календари. Так вот, сегодня речь пойдет как раз об адвент-календарях. И, если честно, для меня это было впервые распаковывать именно бьюти-календари. Недавно во влоге я показывала лего-календарь детский, новогодний. Кому интересно, ссылочку я оставлю в описании на этот влог, кто не смотрел. Также есть и киевский адвент-календарь, и вообще очень много косметических фирм, и вообще разных-разных фирм во всем мире выпускают адвент-календари по случаю Нового года, Рождества и так далее. И сегодня я решила все-таки вместе с вами вскрыть, потому что цены достаточно небюджетные. То есть, вот, допустим, эти адвент-календари от Yves Rocher, кстати, забыл сказать, это Yves Rocher, всеми любимый, и L'Occitane, не менее любимый. Эти адвент-календари на сайте стоят 5000, и, если честно, я неделю думала, заказывать или нет, потому что очень дорого для меня, для моих финансов. Вот. Но с учетом промокодов, кэшбэк-сервисов и так далее, эти календари мне обошлись в 4000, да, то есть я сэкономила тут тысячу, и в результате вышло 9000. И когда я покупала, мне было любопытно вскрыть, посмотреть, что они вообще туда положили, сколько это стоит, оценить, залезть на сайт, сравнить цены и посмотреть, выгодно ли покупать адвент-календари. Это развод. Вот что вместе с вами мы сегодня вскроем и посмотрим. Хочу сразу сказать, что я это видео очень долго снимала, монтировала, и мне будет безумно приятно, если вы поставите этому видео лайк, потому что, повторюсь, влоги снимать намного легче, чем вот такие вот видео тематические, и не думайте, что за лайки платят, и чтобы это видео рекомендовали просто другим зрителям. Я вот думаю, с какого адвент-календаря начать, но давайте начнем с Yves Rocher. Хочу сразу сказать, что я уже распаковала вчера, сейчас вы наглядно посмотрите, что там внутри, и у меня уже эмоции не такие, как были вчера, но все же я выскажу свое скромное мнение. Мне очень понравилась коробка, очень красивое оформление. Видите, тут такая вот коробочка картонная. И дальше идет сам адвент-календарь. Мы открываем и можем наблюдать, какая тут красота. В отличие от адвент-календаря L'Occitane, тут коробочки, они выпадают. Немножко не такой формат, да, мне все-таки больше нравится, когда окошки, вот именно ты открываешь. Но в Yves Rocher они решили немножко по-другому оформить, ну, тоже имеет место быть, почему бы и нет. Вот, ну что, давайте я вам ставлю, покажу, что же находится внутри адвент-календаря. Погнали! Thank you.
вот смотрю на себя и думаю, блин, какая Джей Ло. Немножко страшненькая, да, но ничего страшного. С Джей Ло тягаться нет смысла. Вот такое вот, короче, содержание адвент-календаря от Ив Роше. Честно сказать, мое скромное мнение, это абсолютно не то, что я хотела. То есть я, например, считаю, что как минимум 3 коробочки, в которых было 2 пробника духов и что это, крем или что это, да, я считаю, что в адвент-календарь стоимостью 5000 такие вещи, это класть просто преступление, это вообще, это пробники, они вообще в любом магазине всегда в Ревгоше, либо в Литуале, такие пробники, по идее, всегда дают за покупку даже там на 500 рублей, то есть это стыд и позор, и фраше, зачем вы так делаете с нами, мы отдали вам 5000 рублей, ну 4, да? Это не дело, да? И у вас есть миниатюрки духов, вот если вы положили миниатюрку духов, вот я бы поняла, вот я бы оценила, да? Но вот это вот 3 коробочки в минус. Вот также были продукты из новогодней коллекции, что меня порадовало. И вот баночки мне очень нравятся в адвент-календаре. Это достойно, тем более это праздничная коллекция. Всегда очень любопытно попробовать их новую продукцию. Очень надеялась на то, что положат побольше декоративки. То есть, знаете, 3 лака положили, допустим, в 4 коробочки положили 3 лака и 1 покрытие. Я совершенно не пользуюсь обычными лаками. Я всегда делаю гель-лак, поэтому для меня это тоже не актуально. Ну, я передаю подружкам, я знаю, что они мне тоже красят, пользуются. Но в том плане, что вот, да, один лак, одно покрытие, это хорошо. Но можно было вместо вот этих 2, допустим, лаков положить гигиеническую помаду, например, да, либо обычную какую-то помаду. Ну, то есть сэкономили. И фраше, конечно, сэкономили. Легче кинуть лак, чем помаду, естественно. Что мне еще порадовало в этой коробочке, так это гель для бровей, который мне безумно понравился. Он мне сейчас на бровях. Супер фиксирует, дает немножко цвет, ну, яркость, да, понравилась. Так бы я, наверное, никогда бы не купила. И помада сейчас тоже на моих губах. Очень мне понравилось. Вот такой карандаш, если честно, не знаю, как им пользоваться. Вот просто так как-то малевать. Но тоже приятно, что что-то из декоративки, да, положили, но хотелось бы побольше. И, конечно, пробники это вообще никуда не годится. Короче, мой какой вывод? Если у вас есть деньги, и вы хотите подарить какой-то необычный подарок друзьям, подруге, маме, то это очень классный вариант, с учетом того, что, повторюсь, у вас есть деньги, да? Я перевела, я все посчитала, вы, наверное, заметили видео, и стоимость адвент-календаря 4800. Ну, это примерная сумма, да? Может быть, чуть больше, чуть меньше, но где-то, короче, около 5000. Но я считаю, что на 5000 вы фраше. Я считала по полной стоимости, да, у них часто там скидки идут на ту же помаду, там 800 рублей, ее можно там за 500 купить. То есть с учетом скидок и всяких промокодов и подарков от Ив Роше при заказе, выгоднее просто на эти 5000 закупить какие-то огромные, знаете, наборы, там есть новогодние, да, разные всякие, и выйдет намного больше продуктов. Лучше просто возьмите и купите все по отдельности. В больших объемах. Если бы Ив Роше выставила набор за 2500, 5000 это очень дорого. Ладненько, переходим к L'Occitane. Да? Признаюсь честно, я никогда не пользовалась их продукцией, потому что у них все достаточно дорого. То есть, например, если сравнить Ив Роше, масс-маркет, у них цены более-менее доступны. В L'Occitane все-таки более для богатых, обеспеченных людей. У тех, у кого есть деньги, допустим, на один шампунь 2000, да, поэтому я никогда туда не заходила, даже и не пыталась. Идея адвент-календарей еще мне нравится тем, что, допустим, я, вот повторюсь, с фирмой L'Occitane не знакома, и денег у меня нет. Но тут они положили очень много продуктов, миниатюрки, да, ну, например, крем, да, вот миниатюрка. Я возьму, попользуюсь, мне понравится, очень понравится, я пойду куплю в полном объеме, да. Или, например, вот я купила, вот, допустим, вот это что-то, мне не понравилось, и я там не буду давать за полноразмерный формат 3000, да, то есть это очень удобно. Короче, не будем долго болтать, перейдем к вскрытию этого замечательного адвент-календаря. Погнали!
Собственно, вот такой вот адвент-календарь у нас был. Как вы можете наблюдать, по моим подсчетам, календарь стоил там 6700 или сколько, я, господи, уже вчера считала, забыла, что выгодно, да, то есть L'Occitane в данном случае выигрывает и Фраше. Ну и немножко про продукты, так как я почти ничем не пользовалась, только вчера распаковала, могу сказать тоже мое наблюдение. В этом адвент-календаре они положили большое количество кремиков, да, то есть, ну, блин, 6, по-моему, штук, если не ошибаюсь, надо будет посчитать, что, я считаю, также они зажали, да, то есть они могли положить 3 кремика, их, допустим, самые такие хиты, да, ну, и в другие 3 коробочки, да, в 3 окошка они могли положить что-то из декоративки или, допустим, пробники духов. К сожалению, они ни одного парфюма не положили, и там, пусть даже это будет пробник, как в Фраше уже, да, я уже на это согласна, но 6 там или сколько пробников кремиков, ну куда мне их солить, да, придется тоже передаривать. Приятно, конечно, но все-таки хочется разнообразия, да, разнообразия. Раз ты платишь 5000, хочется не 7-6 кремиков, а хочется 2-3 кремика и какие-то другие продукты, пусть тоже в миниатюрке. Вот. Но, повторюсь, L'Occitane тут выигрывает однозначно, и Фраше все-таки они, ну, так себе. Либо цену поменьше, либо продукту получше. Вот такие мои наблюдения. Ставим лайки, если вам понравилось такое видео. Я очень старалась. Ну и пишите в комментариях в сообществе. Переходим в сообщество. Пишите в комментариях, купили вы за такие деньги адвент-календарь. Стоит таких денег, не стоит. Ну и, в общем-то, все, что хотите, то и пишите. Будет интересно почитать. Спасибо всем большое за внимание. Лайк, подписка, колокольчик. Пока!